Наша встреча подходит к финалу. И до завтра прощаемся мы. Есть в запасе истории немало из прекрасной волшебной страны. В ней улыбок бескрайнее море, детский смех и веселый задор. Блеск талантов искрит на просторе, превращаясь в волшебный узор. Вместе с вами мы создали сказку, где всегда побеждает добро. Будни серой радужной краской мы раскрасили, словно забор. Вам спасибо, ребята, за это. То, что верите вы в чудеса, продолжаете поиск ответов и другим открывает глаза. Мы желаем вам новых открытий, все секреты Вселенной узнать. А вопросы возникнут, звоните. Будем вместе решения искать. Время для новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. В Донецке за сутки погибли 11 мирных жителей. Ожесточенные бои шли не только на окраинах. Снаряды падали и на центр города. Поврежден краеведческий музей, уничтожены ценные экспонаты. А в Моспино разрушена почти половина здания. Анастасия Певная продолжит. Не видела? А я видела. Вчера ночью. Не вчера, позавчера ночью. Я увидела. Жители Моспина, Буденновского, Петровского и Ленинского районов минувшей ночью не смыкали глаз. Гул арторуди сотрясал дома до самого утра. В пригороде Донецка Моспина повреждена почти половина зданий, сообщают в мэрии. На территорию поселка упали более 9 десятков снарядов. Разрушен частный сектор. Из-за обстрелов остановлена и работа шахты Моспинская. Брёвна перебитые, вон. Стиральную машинку все разбило. Либо печка стояла, вот она валяется, разлетелась. Вон она. Под обстрел попал и микрорайон Широкий. Люди едва успевали добегать до подвалов, чтобы спрятаться. Мы только из подвала вылезли. Чуем, одне свистит, летит. Вчера вечером снаряды летели на центральный Ворошиловский район. Местные жители сообщают, несколько мин разорвались возле отеля «Виктория» и стадиона «Донбасс-Арена». Также частично разрушено здание краеведческого музея, повреждены ценные экспонаты. Пострадали и частные дома в районе Крытого рынка. Бои не смолкали и в Петровском районе. Здесь под артобстрел попал поселок Шахта Трудовская, а также дома по улице Петровского, Добровольского и Житной. Тут тоже подрухнуло, шифер упал, вот изрешечённо. По покоцанному дому видно, что снаряд был осколочный, осколков прилетело прилично. Прямое попадание. На втором этаже тоже окон не наблюдается, так же, как на третьем и на четвертом. Горловку ранним утром разбудили залпы арторуди. По сообщению местных жителей, вновь был обстрелян центр города, а также база оптовой торговли. Тут и раньше кондитерку покупал, да и тут покупал кондитерку. Тут были тысячи мелочей. Посреди Горловской улицы автомобиль с тремя погибшими. Люди, вероятно, попали под обстрел, пытаясь покинуть город. Уже несколько дней под артобстрелом поселок Ясиновка между Макеевкой и Ясиноватой. Там повреждены несколько домов, а ночью снаряды разорвались на перроне Макеевского ЖД вокзала. Частично разрушено и здание. Один туда пошел обстрел, еще выстрел. Я услышала, здесь сильно как бабахнет. Я к ребенку подбежала, взяла ребенка, в общем. Это самый свекор пришел, и мы в погреб спрятались. Украинские военные говорят, что их продолжают обстреливать со стороны России. Мы воюем не с сепаратистами, мы воюем с Российской Федерацией. С техникой, с оружием Российской Федерации. Которые каждую ночь идут через кордон, колонны идут, колонны танков. Я не знаю, что там, что в Уралах они везут. И ракеты, и снаряды, и турели, все что угодно. В освобожденных городах работают саперы. Они отмечают, отступая, боевики минируют даже самые обычные предметы. Людям советуют не подбирать ничего на улице. Мы маем у Тируси при нажитті відповідний пристрій, який зроблено з вибуховою речиною. І, скажімо так, він великої шкоди для життя не завдасть, але людина на все життя залишиться калікою. Це може бути навіть тварина, яка лежить на узбіччі довгий час. Її необхідно перевіряти, тому що є випадки замінування тварин в якості фугаса. В СНБО сообщають о началі операції по освобожденню Донецька і Луганська. Подробності воєнні поки не говорять. Маю сказати, що це не буде один або два дні. Були сконцентровані головні сили для цього, розроблені плани, плани з оточення і плани з перекриття поставок
зброї, техніки і людей, які можуть прибути на допомогу диверсантів і цих бандитів. Операція вже розпочалася. Ми не афішуємо початок операції. Анастасія Певна, телеканал «Донбас». Донецк может стать вторым Чернобылем. Об этом заявил Михаил Волынец, глава независимого профсоюза шахтеров Украины. 7 обесточенных из-за боев шахт Донеччины затапливаются подземными водами. А это грозит экологической катастрофой. Подземные и грунтовые воды смешаются, после чего отравят питьевую. Если боевые действия затягиваются, то уровень подземных вод поднимается, эти воды забруднюються, вони можуть з'єднатися з ґрунтовими водами і отруїти питну воду і все навколишнє середовище. Шахта управління «Донецький рудник» – це в районі Донецького аеропорту. Ви знаєте, що в КОПЕР було 17 влучень снарядами. Шахта не працює, затоплюється. Блокада и непрекращающиеся обстрелы. 13-й день. Луганск без света и воды. Число погибших и раненых невозможно подсчитать из-за отсутствия связи, говорят в горсовете. В областном центре работают лишь несколько аптек и больниц. В город не поставляют лекарства и продукты. Местные комбинаты выпекают хлеб лишь благодаря электрогенераторам. Запасы топлива на территории города исчерпаны. Сегодня быт луганчан представляет из себя ночью обстрелы, утром попытка решить какие-то жизненные дела, которые раньше занимали минуты, а сегодня на них могут идти часы, сходить за хлебом, сходить за водой, приготовить себе элементарную пищу. И после обеда, как правило, город пустеет, возобновляются обстрелы. Предводитель боевиков ДНР Игорь Гиркин, он же «Стрелок», подал в отставку. По данным СМИ самопровозглашенной республики, полковник главного разведывательного управления России перешел на другую должность. Однако на какую не уточняется. Также неизвестны и причины отставки. Информацию о ранении Гиркина в ДНР опровергают. Командование боевиками ДНР с приставкой ИО передали тренеру по дзюдо Владимиру Кононову с позывным «Царь». Должность его заместителя прочат однофамильцу отставного министра Николаю Стрелкову. За его плечами служба на командных и штабных должностях Минобороны России. Напомним, ранее покинул свой пост Александр Бородай. Московский политолог передал должность премьер-министра самопровозглашенной ДНР выпускнику техникума промышленной автоматики Александру Захарченко. Также ушел в отставку уроженец Таганрога, лидер луганских боевиков Валерий Болотов, якобы из-за ранения. На пост премьера пророчат Игоря Плотницкого, выпускника Пензенского артиллерийского училища. Боевик батальона «Восток» самопровозглашенной Донецкой республики сдался украинским военным. Утверждает, в боях не участвовал, только охранял колонны с топливозаправщиками для танков и систем «Град». Эксклюзивно нашему каналу бывший подводник Северного флота рассказал, ополчение Донецкой республики представляет собой хорошо вооруженную группировку, среднему и младшему составу, который дан зеленый свет для грабежа местных жителей. Накормив и допросив бывшего боевика с позывным «Коте», бойцы батальона «Артемовск» отвели его в город-отдел милиции. Теперь следователи должны установить, совершал ли раскаявшийся тяжкие преступления. Если нет, он будет амнистирован. Ну, я увидел тот беспредел, что творится. Там отжимают машины, отбирают, ну, и грабеж, и все, что хочешь. Отношения, ну, не всех, но некоторых личностей. Отвратительная. Обычная шайка грабителей. Не, есть те, кому деваться уже некуда после Славянска, такие, ну, разные люди. Но большинство, понравился мотоцикл, забрали. Понравилась машина, забрали. Остановили фуру, там пару ящиков копченых крылышек, там колбасы пару ящиков. В наглую забрали, да и все. Пускай его же, если так получится, что его смотрят его же однополчане, также обманутые люди, пусть складывают оружие, если они не убивали, никого не калечили. То есть, я думаю, всем будет сохранена жизнь, и мирная жизнь наступит тогда быстрее.
50 из 70 грузовиков с гуманитарной помощью от украинского правительства уже на Луганщине. В Старобельск прибыли автоколонны из Харькова и Днепропетровска. Они привезли вещи, предметы первой необходимости и продукты. На подходе и грузовики из Киева. Всего в Донбасс доставят 800 тонн правительственной помощи. Ее, по информации Луганской обладминистрации, распределят между жителями освобожденных Северодонецка, Лисичанска и Счастья. Груз повезут и в заблокированный Луганск, но уже при посредничестве Красного Креста. Єдине питання, яке залишається найболючішим, найнезрозумілішим, це питання безпеки доставки цього грузу до Луганська. Ми бачили, що по території України, контрольованій українською владою, він пройшов нормально, без проблем і таке інше. От тепер залишається питання, наскільки бойовики готові пропустити цей гуманітарний груз. Безпечності – це дуже важливий елемент теж для нас, і нам потрібна гарантія безпечності з двох сторон. Колонна російської воєнної техніки пробилась на територію України. Границю росіяни пересекли на одному з пунктів пропуску в Луганській області, який контролюють бойовики. Це підтвердили в Совєті нацбезопасності. Воєнні говорять, в Україну вошла іменно колонна бронемашин. І движеться вона, по непідтвердженим даним, к позиціям бойовиків в Луганську. Что касается непосредственно гуманитарного груза, то он пока остается на российской пограничной территории. Хотя, по данным Красного Креста, сторонам таки удалось договориться. Белый конвой все еще недалеко от Камен-Шахтинского. Водители охотно поднимают тенты, демонстрируя журналистам, что везут. Кроме нагруженных под завязку машин, здесь немало и полупустых. Россияне объясняют, это резервные авто, якобы на случай поломки. В то же время рядом с КАМАЗами появились другие машины. Вокруг появилось немало военных, постоянно летают вертолеты, ездит военная техника. Я лично насчитал 12 машин, которые двигались в сторону украинской границы. Площадку со всех сторон утром окружили гусеничные колонны. В направлении украинской границы российские военные везут системы залпового огня. Движение этого милитаризированного конвоя журналисты нескольких западных изданий заметили еще накануне вечером. Признались, впервые собственными глазами видели, как российская армия открыто нарушает украинскую границу в районе пропускного пункта Изварина. Подтвердили очередное военное вмешательство и в Отечественном совете нацбезопасности. З міста Донецька Ростовської області Російської Федерації в Україну зайшла колона російської важкої військової техніки. Кількість та склад цієї колони уточнюються, проте цей факт також був зафіксований представниками закордонних засобів масової інформації, які зараз знаходяться у цьому пункті пропуску. По информации Министерства иностранных дел Литвы, украинскую границу пересекли 70 военных машин, принадлежащих российской армии. За ее перемещениями будут следить в Евросоюзе. Чтобы помешать провокациям и дальнейшему обострению конфликта, Украина согласилась совместно с Красным Крестом и ОБСЕ осмотреть и оформить российский груз. Согласно достигнутым договоренностям между Украиной и Россией, грузовики проинспектируют украинские пограничники на территории Российской Федерации, а затем машины отправятся в Украину в сопровождении представителей Красного Креста. Фуры разгрузятся в Луганске, а после отправятся обратно в Россию пустыми. Согласно предварительному плану, в грузовиках останутся лишь водители и представители Красного Креста. Остальные сопровождающие, в том числе и военный эскорт, должны остаться на территории России. Анна Беднова специально для телеканала «Донбасс». Искали защиту, а вышло наоборот. Переселенцев из Донбасса призывного возраста в Днепропетровске предлагают отправлять с помощью добровольческого, отлавливать с помощью добровольческого батальона. Об этом на своей странице Facebook заявил зампредседателя Днепропетровской областной администрации Борис Филатов. Поддерживают ли такую инициативу переселенцы и военкомат, выясняли наши корреспонденты. Переселенцев призывного возраста необходимо отлавливать с помощью добровольческого батальона и ставить на учет в военкомате. С такой идеей в социальных сетях выступил замгубернатора Днепропетровщины. Выступили с инициативой перед ОМВД области провести операцию «Невод» силами батальона «Днепр». Все беженцы призывного возраста, которые не желают становиться на временный учет, а также тунеядствуют, должны быть задержаны, оформлены и поставлены на воинский учет. У мужчин из Донбасса, собравшихся у Днепропетровского центра помощи, мнения по поводу инициативы Бориса Филатова разделились. 17-летний дончанин Эльдар выступает против того, чтобы в украинскую армию призывали его земляков. Негативно. Все-таки молодые люди. Зачем? Есть родители все-таки.
Они уезжают оттуда, они пытаются защититься все-таки, уезжают в другой город, и их отсюда отправляют обратно воевать. Ну, а кто должен там служить? Ну, те, кто в армии, солдаты, военные. У 39-летнего Владимира военная специальность. Командир переносного зенитно-ракетного комплекса. Переселенец убежден, так как у боевиков нет самолетов, в зоне антитеррористической операции ему делать нечего. Приехал с военным билетом. Я сразу сказал, что вот военный билет, если надо, сразу ставьте на учет. Я готов служить. Не вопрос. Просто, ну, я закончил военную кафедру, моя военная специальность сейчас не нужна. Я командир взвода ПЗРК, ну, пока у них самолетов нет. 30-летний Александр рассказал, Днепропетровск из Донбасса приехал с женой и детьми. Мужчина уверен, солдаты украинской армии необходимы. И если мобилизуют, пойдет служить. Ну, я думаю, что надо все-таки становиться на военный учет, потому что там у нас очень тяжело. И поэтому надо как бы защищать единую Украину. Не хотелось бы, конечно, дети маленькие, жена. Ну, если отправят, придется идти. В самом Днепропетровском центре помощи переселенцам затрудняются сказать, сколько мужчин готовы вернуться воевать в Донбасс. Есть такие люди, которые просто мечтают об этом, чтобы приехать сюда, оставить свои семьи и вернуться туда. Вот. Есть такие люди, которые даже не приходят к нам на регистрацию для того, чтобы остаться незамеченными, что они здесь. Люди очень разные. То есть статистики такой прямой нет, статистики, кто хочет. В областном военкомате заверили, переселенцы обязаны выполнить свой воинский долг, так же, как и другие граждане Украины. Но добровольцев среди них немного. Те граждане, которые прибывают в Днепропетровскую область, они практически все 100%, за исключением там около десятка лиц, которые стали на воинский учет и являются действительно добровольцами, эти граждане на воинский учет не становятся. Как скоро в Днепропетровской области начнется операция по отлавливанию мужчин-переселенцев, пока неизвестно. Сергей Зленко, Анастасия Галкина, телеканал «Донбасс». Ленинопад в Мариуполе. Минувшей ночью вандалы разрушили сразу два памятника вождю мирового пролетариата. Кому помешал Ильич, интересовалась Дарья Захарова. Еще вчера на этом месте стоял самый большой в Мариуполе памятник Ленину. Утром горожане обнаружили вождя поваленным. При падении 8-метровый Ильич раскололся на куски. Ну, я не знаю, зачем. Кому он мешал? Кому он мешал? Милиция расценивает действия злоумышленников как хулиганство. Скорее всего, использовался данный трос и грузовой транспорт для того, чтобы таким вот образом демонстрировать конструкцию этого памятника. Утром коммунальщики с помощью автокрана погрузили вождя на грузовик и увезли на реставрацию. Памятник мы забрали. На сегодняшний момент производят осмотр его специалиста для того, чтобы определить, восстановится он или не восстановится. Много трещин по самому памятнику и оторвали ноги. Минувшей ночью неизвестные пытались снести еще один памятник Ленину у Мариупольского молокозавода. По словам коммунальщиков, вандалы действовали по той же схеме. Они этот рост растянули и дернули туда. Так что голову оторвали? Она с потерстем там все. Ильич устоял, однако голова разбилась в дребезге. Так где голова, глаза? Здесь где-то было? А, вот это кепка, еще, вот да. Эта кепка была, да? Да, вот она осталась. На сегодняшний день уцелеть удалось лишь трем оставшимся в городе памятникам Ильича. Анна Миронюк, Дарья Захарова, телеканал «Донбасс». Добрались до Киева на третьи сутки. Пассажиры поездов, которые позавчера из-за боев не смогли выехать из вокзалов Донецкой и Ясиноватой, наконец добрались до столицы. Напомним, 13 августа два состава в киевском направлении и один до Санкт-Петербурга были остановлены из-за военных действий. Донецкая железная дорога доставила пассажиров до Дружковки, а там они пересели на поезд «Интерсити», который прибыл в столицу сегодня ночью. Отметим, Донецкий вокзал до сих пор не принимает и не отправляет поезда. Выехали, услышали взрывы, стрельбу. Поезд остановился. Мы долго стояли, 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 чуть ли не в поле. Мы, наверное, сейчас, наверное, там и стояли. Ни туда, ни туда. Вот мы стояли под обстрелами.
Более 2000 переселенцев принял у себя освобожденный месяц назад Артемовск. Раньше убежище от войны здесь искали жители Славянска. Теперь сюда едут из Горловки, Первомайска и Донецка. Как живут переселенцы, видели наши корреспонденты. Трасса из Горловки в Артемовск пустая. Через 30 километров отсюда передовая. Военные говорят, кто мог выехать по этой дороге, уже выехал. Зато по направлению из Луганска практически круглосуточно идут потоки автомобилей и автобусов с переселенцами. Почти на каждой второй машине табличка «Дети». Мальчишки, добравшиеся до безопасного города, играют в карты прямо на крыльце общежития. Почему уехали? Малыши, будто вновь переживая все ужасы войны, едва слышно отвечают. Стреляют. Семья этого мальчика переехала из Первомайска лишь после того, как было уничтожено их последнее укрытие. Уехали 2 числа ночью, потому что попало в бомбоубежище. А что там? Говорят, там уже города нету. Артиллерия разрушила дом этой женщины вместе с бомбоубежищем. Теперь живут с братьями по несчастью одной большой дружной семьей. Вместе готовят, вместе коротают вечера. Говорят, горе их сплотило. Сегодня мы готовили, это, перчик начиняли, нам помогли тросточки с мясом, это, и тефтельки делали, и гречечку варили. Нас 10 человек, в общем, семейство это, ну, нам всех подготовили. Переселенцам помогают только волонтеры и благотворительные фонды. Люди нуждаются не только в продуктах, но и в одежде. Ведь многие выезжали лишь в том, в чем бежали по улицам во время ночных обстрелов. На сегодняшний день нет ни государственной программы, нет ни городской программы, которая бы с местного бюджета оказывала какую-то поддержку переселенцам. Поэтому это все, в общем-то, на волонтерстве. И уже на сегодняшний момент, конечно, очень сложно. Поток увеличивается, и очень сложно обеспечивать их именно питанием, водой, продуктами. В Артемовске на данный момент более 2000 переселенцев. Ежедневно в город приезжают несколько сотен человек. Ведь далеко не во все освобожденные города пока можно вернуться. А многим даже после окончания боевых действий ехать просто некуда. Дарья Захарова, Алексей Куделя, Сергей Моас, телеканал «Донбасс». Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. На этом выпуск завершается. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.